Виктору Краснослободцеву 80 лет. Возраст – это всего лишь цифра, говорит мужчина. Ведь для него куда важнее состояние души. Виктор Михайлович полон силы и энергии, поэтому решил поучаствовать в акции «Мужчина года-2024». Тем более есть чем гордиться. Две дочери, трое внуков. Есть любимые хобби – рыбалка летом, лыжи зимой. А старший по дому, он независимо от времени года. Ну, это как-то организовывает, мобилизует, будем говорить, вышли в люди. И я, и здесь присутствующие болельщики, безусловно, как-то встряхивает это все. Поэтому если просто жить, прозябать, это неинтересно. Защитник, преданный друг, советчик и надежный товарищ. Отец – это гордость и опора семьи, образец для подражания. В Самарском дворце ветеранов наградили самых лучших пап. Мероприятие прошло в преддверии Дня отца. Учитывая, что сейчас идет год семьи, среди общественных организаций, вот сейчас в том числе это инвалиды, был объявлен конкурс для участия в акции «Мужчина года», и в том числе «Мужчина как глава семьи». Конечно, у нас, может быть, сегодня было не так много кандидатов, как мы ожидали, но в любом случае отклик мы получили. Участники у нас есть, есть претенденты, с кого можно будет выбирать, и мы с удовольствием сейчас это сделаем. В конкурсе приняли участие 7 человек из разных районов Самары, разного возраста и разных профессий. Но объединяет всех любовь к семье и забота о близких. Нельзя подвести единую черту – многодетная семья или семья, папа инвалид, там воспитывает детей инвалид. Нельзя. Они все абсолютно разные. Но во всех есть одно. Это мужчина, который не ушел из сложной семьи, который поддерживает семейный очаг, помогает в воспитании детей, поддерживает больную жену. Ну, у каждого своя вот изюминка. Члены жюри определили двух победителей, которые примут участие уже в региональном этапе конкурса. Завершился вечер выступлением детского музыкального театра «Задумка». Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.